Всем семьям мобилизованных, включенных в списки военкомата, перечислена разовая выплата в 100 тысяч рублей. Об этом отчитался Минтруд Хакасии. Напомним, сейчас семьи получили не всю сумму, а остаток после первого пакета мер соцподдержки. В октябре власти выделили по 10 тысяч рублей на мобилизованного, его семью и каждого ребенка. Вместе с этими деньгами и получится общая сумма в 100 тысяч. Кстати, ее перечислили и тем, кто демобилизован. В основном это многодетные отцы, по которым решение о призыве было пересмотрено уже после отправки в Омск.